Всем привет! Сегодня вместе с вами находимся в магазине Fix Price. Уже привезли новогоднюю коллекцию, сейчас пойдем ее смотреть. Ну и, конечно же, посмотрим новинки. French Press 1 литр, стоит 300 рублей, есть разные цвета. Милые чашечки объемом 200 мл, стоят 59 рублей. Термобокал 540 мл, стоит 249 рублей. Кружка объемом 500 мл, стоит 149 рублей. Вот такие красивые кружечки привезли, они стеклянные, объем 460 мл, есть два цвета на выбор, 183 рубля. Напитки газированные Добрый апельсин и Добрый кола по 55 рублей, объем 0,33. Также есть напитки газированные в бутылках, объем 1 литр, 183 рубля. Мини-пиала 220 мл, стоит 49,50. Глубокая тарелка 17,5 см, стоит 59 рублей. Конфетница на ножке 650 мл, стоит 300 рублей. Салатник в крапинку 850 мл, стоит 99 рублей. Вот такие тарелочки привезли, диаметр 23 см, стоит 99 рублей. Тарелка глубокая, объемом 370 мл, 155 рублей. Привезли сушилку для обуви, стоит она 249 рублей. Смотрим дальше, весы механические, стоят 79 рублей. Миска с крышкой объемом 3 литра, стоит 124 рубля. Форма для выпечки, размер 23,5 на 16 сантиметров, стоит 149 рублей. Еще одна новинка, держатель для бумажных полотенец. Вот так он выглядит. Его цена 99 рублей. Карандаш для специй электрический, работает от двух батареек, они в комплект не входят. Вот инструкция, можете приостановить, почитать. Стоит такой карандаш 174 рубля 50 копеек. Набор для сыра, в наборе 3 предмета, стоит 149 рублей. Открывалка для бутылок за 49,50. Еще одна новинка, набор для вина, здесь 4 предмета. Стоит такой набор 124 рубля. В Fix Price уже полным ходом Новый год. Вот такие веточки по 149 рублей. Новинки цена неизвестна. Вот такой дождик за 59 рублей. Вот эта мишура за 59 рублей. 2 метра. Это 183 рубля, тоже 2 метра. И это 179. Ну что, приступаем смотреть новогоднюю коллекцию. Все очень красиво смотрится. Спрей для декора с блестками стоит 174,50. Далее спрей серпантин цветной стоит 199 рублей. Снег спрей для декора окон и зеркал с 99 рублей. Хлопушка пружинная 11 см стоит 39,50. Хлопушка пневматическая за 149 рублей. И пневмохлопушка за 174,50. Свеча новогодняя фигурная в виде гномика за 79 рублей. Гирлянда новогодние домики за 249 рублей. Новогодний подсвечник домик за 200 рублей. Подсвечник новогодний за 249 рублей. Гирлянда новогодние шишки за 200 рублей. Новогодняя гирлянда металлик 2 метра за 199 рублей. И вот такая красивая гирлянда, длина 2 метра, стоит 199 рублей. Набор шариков, здесь 10 штук, 5 см диаметр, 149 рублей стоит. Елка керамическая за 199 рублей. Гномики 29 см за 199 рублей. Игрушка антистресс новогодняя, стоит 99 рублей. Есть два варианта на выбор, Санта и олень. Копилка новогодняя дракон за 249 рублей в золотом цвете. Кружка новогодняя 390 мл, стоит 174,50. Есть с совушкой, с енотиком и с собачкой. Кружка новогодняя 370 мл за 116 рублей. Сувенир новогодний дракончик стоит 116 рублей, есть разные цвета на выбор. Кто не знает, это символ следующего года. Декорация новогодняя светящаяся за 199 рублей. Елочки с прошлого года за 149 рублей. Носок новогодний 40 сантиметров за 79 рублей. Еще есть вот такой носок тоже за 79 рублей. Носок новогодний 45 сантиметров за 149 рублей. Есть два цвета на выбор. Еще есть вот такие красивые носочки. Высота 40 сантиметров за 149 рублей. Большая новогодняя варежка
40 сантиметров за 199 рублей. Есть в красном цвете, в зеленом и в голубом. Декорация новогодняя в золотом и в серебристом цвете. Вот такие листочки. В наборе 2 штучки. Стоят они 62 рубля. У них имеется неприятный запах. Коробка подарочная новогодняя стоит 116 рублей. Еще есть вот такие коробочки подарочные новогодние. Размер 15,5 на 15,5 сантиметров. Стоит 124 рубля. Коробочки поменьше. Крышки у них в клеточку. Размер коробки 17 на 10 и на 6 сантиметров. Стоит 99 рублей. Коробка подарочная, почтовый ящик за 116 рублей. Есть два цвета на выбор. Елка настольная светящаяся 25 сантиметров за 199 рублей. Гирлянда новогодняя, шарики 2 метра, стоит 174,50. Гирлянда новогодняя 2 метра за 149 рублей. Гирлянда новогодняя, елочки 2 метра за 249 рублей. Новые гирлянды 1,5 метра за 199 рублей. Гирлянда новогодняя, шапочки за 249 рублей. Вот такая гирлянда 2 метра за 199 рублей. И гирлянда шишки тоже за 200 рублей. Наклейки новогодние снежинки за 99 рублей. Вот такие вот еще и снежинки за 99 рублей. Снежинки в золотом цвете за 69 рублей. Есть в золотом и в серебристом цвете. Красивые наклейки. Наклейки новогодние за 79 рублей. Еще есть вот такие маленькие наклеечки за 59 рублей. Новогодние наклейки снежинки за 99 рублей объемные. И наклейки новогодние за 59 рублей. Макушка на елку за 116 рублей 28 сантиметров. 4 елочных шара за 79 рублей. Набор шаров 6 штук за 149 рублей. Есть разные цвета. Вот эти красивые шарики за 149 рублей. Здесь 3 штучки всего. Маленькие стеклянные новогодние игрушки за 199 рублей. Вот такие вот со снеговичками. В наборе 8 игрушек. Еще есть вот такой вариант. И еще есть вот такие шарики с Дедом Морозом. Бумажные снежинки здесь 14 штук, цены, к сожалению, нет. Декоративная подвесная карусель есть в белом, в красном и в зеленом цвете за 99 рублей, 8,5 сантиметров высотой. Вот такие снежинки за 79 рублей, 10 штук в синем, в золотом и в белом цвете. Блестящие. Сосульки 6 штук за 79 рублей и вот такой вот деревянный конь за 62 рубля. Украшение елочное в наборе 3 штуки за 99 рублей. Декорация новогодняя подвесная за 83 рубля. Вот такая снежинка. Она деревянная. Подарок за 49,50. Очень красивые новогодние светильники в виде свечи 4 штучки. Они стоят 116 рублей. Есть разные цвета. Кстати, батарейки в комплект уже входят. Я себе возьму вот такие свечи. Шары новогодние 6 штук за 99 рублей. И вот такие шарики 8 штук за 99 рублей. Набор елочных украшений, здесь 4 штучки за 149 рублей. Еще есть вот такие игрушечки, 8 штук за 149 рублей. Новогодняя декорация, 8 штук за 124 рубля. Макушка, звезда блестящая за 116 рублей в серебристом и золотом цвете. Вау, посмотрите, какая красота! Это бабочки! Они такие воздушные, блестящие, в наборе 10 штук стоят 299 рублей. Есть несколько цветов на выбор. Я думаю, этих бабочек быстро разберут. Декорация подвесная девочка 199 рублей. Есть несколько цветов на выбор. Светящееся декоративное сердце из фетра за 79 рублей. Вот такие ящики. Для новогоднего подарка за 199 рублей. Посмотрите, какие красивые стеклянные елочные шарики за 199 рублей. Лента для упаковки подарков за 79 рублей, 6 сантиметров на 2,7 метра. Еще есть новогодние ленты по 62 рубля и по 69 рублей. Вот их размеры. Декорация новогодняя на палочке. Здесь 2 штучки, 30 сантиметров за 79 рублей. Набор для творчества «Волшебная елочка» стоит 199 рублей. Занавес дождик, размер 1 на 2 метра, стоит 83 рубля, есть разные цвета. Еще одна подвесная декорация за 83 рубля в сиреневом цвете. Набор для творчества снежинка за 99 рублей, и еще есть вот такой носок за 79 рублей. Украшение елочное на клипсе, здесь 2 стрекозы, они стоят 79 рублей.
Елочное украшение деревянное, щелкунчик 12 см, стоит 116 рублей. Украшение елочное на клипсе птички за 116 рублей, есть разные цвета. Бабочки очень красивые, 2 штуки за 59 рублей. 2 красивые птички за 149 рублей. Новогодний гном за 249 рублей с блестящей шапочкой. Еще есть вот такие гномики. Они по 116 рублей. Высота 13 сантиметров. У них красивые колпачки. Мягкая игрушка дракон, символ следующего года. Высота 19 сантиметров, стоит 249 рублей. Декорация новогодний пояс, стоит 199 рублей. Набор подвесных украшений, здесь 10 штучек, стоит 99 рублей. Еще есть вот такие деревянные игрушки за 83 рубля и наклейки. Здесь 8 штук, вот такие звездочки за 59 рублей. Салфетки новогодние за 99 рублей, есть вот такие варианты. Декорация новогодний ангел за 249 рублей. Посмотрите, какая милота. Декорация подвесная ботиночки за 149 рублей, один цвет на выбор. Декорация новогодняя, вот такие веточки за 99 рублей. Набор для творчества детский носок за 79 рублей. Есть два варианта на выбор. Вот такой мешочек новогодний пушистый за 99 рублей. Шар воздушный новогодний за 59 рублей. Есть несколько вариантов на выбор. Шар фольгированный. И пазл предсказания за 87 рублей. Удлинитель для гирлянд 3 метра за 99 рублей. Гирлянда новогодняя лента, длина 23 метра за 174,50. Гирлянда новогодняя роса, длина 10 метров, стоит 199 рублей. Гирлянда новогодняя лампочки, длина 1 метр 65 сантиметров за 199 рублей. Гирлянда цветная мульти, 8 режимов, стоит 199 рублей. Декорация новогодняя на клипсе, стоит 174,50. Есть несколько цветов, серебристый, синий, золотой и розовый. Очень красивая декорация новогодняя подвесная за 99 рублей. Есть вот такой мишка и пингвин. Подвесное новогоднее украшение за 79 рублей. Украшение новогоднее 26 сантиметров, 179 рублей, сделано из фетра. Клипсы новогодние, блестящие, здесь 6 штучек, они сделаны из дерева за 79 рублей. Сани деревянные за 59 рублей. Прищепки новогодние елочки за 59 рублей, здесь 6 штучек. И вот такие бантики за 99 рублей, здесь 3 штуки. Декорация новогодняя в наборе 3 штуки, стоит 116 рублей. Декорация елочная, здесь 3 штуки в наборе, стоит 199 рублей. Украшение елочное, перламутр за 79 рублей, вот такие крылышки, птички и цветочки. Цветок декоративный на клипсе за 59 рублей. Есть несколько цветов на выбор. Декорация цветок на клипсе. Здесь 2 штучки за 69 рублей. Тоже несколько цветов. Вот такая вот звездочка за 55 рублей. Шарики елочные 12 штук за 99 рублей. 3 сантиметра в диаметре. Красивые новогодние бусы. Длина 2,7 метра. 162 рубля. Есть несколько цветов на выбор. Мишура новогодняя за 69 рублей, есть несколько цветов на выбор. Декорация новогодняя подвесная за 79 рублей, вот такие маленькие гномики. Они просто крошечные, малюсенькие. И еще есть вот такие вот птички. Еще одна новинка, декорация новогодняя светящаяся со снежинками и оленями. Стоит она 299 рублей. Работает она от батареек. Красивый перламутровый подсвечник. Материал керамика. Стоит такой подсвечник 199 рублей. Подсвечник черный, высота 15 сантиметров, стоит 149 рублей. Свеча конус 25 сантиметров за 249 рублей. Арома лампа с цветным арома воском за 249 рублей. Набор для ароматизации помещения за 299 рублей. Гармония и расслабление. Высокая пластиковая ваза в зеленом цвете за 299 рублей. Привезли новые деревянные шкатулки, они по 199 рублей, есть два цвета на выбор. Декоративный деревянный подносик за 249 рублей, он квадратный. Копилка тоже деревянная, она стоит 199 рублей. Декоративная полка облака стоит 199 рублей. Размер полки 34 на 15 на 10 сантиметров.
Корзина плетеная за 299 рублей. Есть два цвета на выбор. Кашпо для цветов подвесной за 249 рублей в молочном цвете. Горшок для цветов за 55 рублей необычной формы. Кашпо для цветочного горшка. Оно плетеное, высота 16 см, стоит 199 рублей. Еще есть вот такие вот вазочки мраморные, 15 см высотой, за 249 рублей. Такая мягенькая подушка вообще, с эффектом памяти. Прикольная, 349 стоит. Набор тряпочек для автомобиля, здесь две штучки, стоят они 79 рублей. Есть два цвета на выбор, в синем и в зеленом цвете. Состав 80% полиэстер и 20% полиамид. Скребок-варежка для очистки стекол автомобиля, стоит 124 рубля. Есть два цвета на выбор, черный и синий. Коврик антискользящий для авто, стоит 79 рублей. Состав коврика полиуретан. Еще одна новинка, маркер-краска, стоит 149 рублей, подходит для разных типов поверхностей. Цифровой тестер электрического тока, стоит 79 рублей. Еще есть вот такой точильный камень, стоит он 79 рублей. Рядышком лежит набор наждачной бумаги за 79 рублей. Здесь 15 штук. Еще одна новинка, пятновыводитель с точечным аппликатором, стоит он 79 рублей. Подставка для телефона, вот так она будет выглядеть, стоит 124 рубля, есть несколько цветов на выбор. Наушники с микрофоном за 349 рублей. Новогодние открытки по 39,50. Бусы новогодние 4 метра за 69 рублей. Заснеженный шар со снеговиком и Дедом Морозом, стоит они 199 рублей, 6,5 сантиметра. Лента новогодняя 5 сантиметров на 2,7 метра, стоит она 99 рублей. Деревянная модель для сборки кормушка, стоит 249 рублей. Подвесное украшение 40 сантиметров за 79 рублей. Красивые наклейки на стекло, снегурочка и снежинки. Плакат новогодний 42 на 26 сантиметров за 79 рублей. Наклейки вот такие вот с медвежатами и снежинками за 99 рублей. Еще есть наклейки новогодние цветные, размеры 30 на 50 сантиметров, 199 рублей. Декорация новогодняя подвесная ежики за 99 рублей. Красные бантики 12 штук за 59 рублей. Новогодние наклейки за 59 рублей. Магнит новогодний с символом года дракон, 162 рубля. Есть вот такие варианты. Белочка за 79 рублей. Еще есть вот такие варианты магнитов вместе с календариком. Пакет подарочный новогодний, размер 26 на 32 на 12 сантиметров за 79 рублей. Пакет подарочный новогодний, размер 42 на 33,5 на 10 сантиметров, 199 рублей. Пакет подарочный новогодний, размер 26 на 32 на 10 сантиметров, 179 рублей. У подарочного пакета есть вот такое прозрачное окошко, там есть внутри пенопластовые шарики, они перекатываются. Плакат новогодний, размер 40 на 29 сантиметров, 159 рублей, Дед Мороз со Снегурочкой. И еще есть вот такой красивый вариант. Наклейки новогодние за 55 рублей, есть вот такие наклеечки за 59 рублей, два листа. Наклейки новогодние за 49,50. Вот такой мешочек с шишечками за 69 рублей. Колпак новогодний за 79 рублей в белом и в красном цвете. Милые детские варежки. Стоят они 149 рублей. Перчатки женские за 149 рублей со снежинками. Еще есть вот такие красивые перчатки. Они стоят 199 рублей. Есть два цвета на выбор, бежевый и серый. Вот эти перчатки тоже очень симпатичные, они стоят 199 рублей. А рядом перчатки за 249 рублей в сером цвете. Перчатки, сделанные под кожу, за 199 рублей.
Перчатки женские серые с белой опушкой за 249 рублей. Варежки женские очень мягкие за 249 рублей. Осталась одна пара. Еще есть вот такой вариант перчаток за 249 рублей. Наушники женские. Стоят они 249 рублей. Есть три цвета на выбор. Перчатки мужские по 116 рублей. Есть разные цвета. Письмо от Деда Мороза за 99 рублей. Вот такой вот наборчик. Еще есть набор письмо Деду Морозу за 59 рублей. Еще есть вот такие носочки новогодние за 99 рублей. Звезда из мишуры за 79 рублей. Новогодняя декорация «Белка на ветке» 24 сантиметра, стоит 99 рублей. Есть белые и рыженькие белочки. Рядышком ветка новогодняя с ягодками, шишками и хлопком. Высота 49 сантиметров, стоит 149 рублей. Вот такие веточки по 79 рублей и по 99 рублей. Вот эти ветки большие, цены на них нет. Я уже вернулась домой, хочу показать, что купила в магазине Fix Price. Взяла вот такие вот красивые наклейки на стекло в серебристом цвете, блестящие. Понравились вот такие светильники в виде свечей. Взяла две штучки. Вот так работают эти свечки. Они, конечно, не мигают, но выглядят очень красиво. Такие блестящие. Взяла попробовать вот такой вот напиток «Добрый апельсин». Он очень похож на напиток «Фанта». Такой же газированный, вкус очень похож. Вот состав. Объем 0,33 мл. Мне напиток понравился. Подушечки с какао «Витьба» очень вкусные. Тоже понравились. Взяла вот такие конфеты «Конфеста» с нежным сливочным кокосовым кремом. Я уже такие брала, мне они очень понравились. И появились новые. Конфеста с шоколадно-ореховым кремом. Тоже очень вкусные. Попробовала вот эти вкусные конфетки. Конфеста новые. Они такие молочный шоколад с орешками. Внутри вафля. Очень вкусные. Эти конфетки напоминают мне каркунов. Еще взяла вот такие крекерсы. Со вкусом сыра. От фирмы Аконт. В принципе, они вкусненькие. Неплохие, но немножко соленковатые. А вот эти крекеры я беру постоянно. От фирмы Яшкино с сыром. Очень вкусные. А вот так крекерсы выглядят внутри. Много поломанных печенек. А вот этот бальзам Заживин я могу рекомендовать. Он отлично работает. Он стоит недорого, по-моему, 55 рублей. Помню, когда я обожглась, пользовалась этим кремом. И у меня все быстро зажило. Еще взяла вот такую щеточку для ногтей. Она очень удобная. Еще взяла вот такие конфетки «Пчелка». Карамель с начинкой со вкусом груши, ананаса, клубники и тутти-фрутти. Очень вкусные конфетки. Они сосательные и внутри жевательные. 180 грамм. Всегда беру мое любимое печенье «Топленое молоко» от фирмы «Любятово». Очень вкусно, рекомендую. Еще взяла вот такое сетевое зарядное устройство за 149 рублей. Два магнитика с драконами на следующий год. Один купила в подарок, один оставлю себе. Еще взяла вот такой занавес-дождик, размер 1 на 2 метра в серебристом цвете. И вот такую бандану. Она в сиренево-синем цвете. Размер 52 на 52 сантиметра. Материал 100% хлопок. Такая бандана стоила 62 рубля, по-моему. Мое видео подошло к концу. Если вам было интересно и полезно мое видео, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. И всем пока!